Некогда местные катались на этом катамаране и рыбачили с этого мостика. В том, что все пришло в упадок, теперь кто-то винит Украину. Тогда же Днепровскую воду шла по Северо-Крымскому каналу, а сейчас там уроды эти воду пустили в море. Я бы на месте Путина, я бы им газ перекрыл. И научил бы их жить на белом свете по-дружески. Мы все помним еще с Волги-Волги, без воды и ни туды, и ни сюды. Весной 2014-го Украина не открыла шлюзы Северо-Крымского канала, и Днепровская вода не попала на полуостров. Начали мелеть местные водохранилища. Воду из Тайганского направили в реку Биюк-Карасу, а оттуда в Северо-Крымский канал. Таким образом обеспечили питьевой водой восток полуострова. Пустой канал и реки, которые текут в ином направлении, уже повлияли на сельское хозяйство. Все пострадали. И поля пострадали, и фермеры, и колхозы, все пострадали. Что ж, не понимаете этого? Нет воды, нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится. Посмотрите на поля, и вам сразу все станет ясно. Бахчевых культур выращивают меньше, чем при Украине. Рисовых и кукурузных полей вообще не осталось. Отсутствие ведения хозяйственной деятельности в Северном Крыму и в его степной части приведет к углублению диспропорции в развитии регионов, к вымиранию целого ряда сел. После прихода России площадь орошаемых земель сократилась в 10 раз, информирует Минсельхоз полуострова. Но российских руководителей Крыма этот факт не огорчает. Перекрытие Северо-Крымского канала не нужно воспринимать как некую трагедию. Для нас это было даже выгодно. Вода вот, яма была, это в воде была, вот яма, где катамаран стоит, видишь? Вот-вот-вот, это было все в воде. Вон кусты, вода под кустами была. Ну вот, буквально, вот, поддоса вода была. Такой водоем, водохранилище и загубили. Чтобы обеспечить людей водой, крымские чиновники то мечтают наполнить канал из подземных источников, то построить новое водохранилище и питать их из рек. А пока планы остаются нереализованными, сельские жители ностальгируют по временам, когда воды хватало на все. Артур Гасприн для Крым Реалии.